Сургут стал новой столицей по водным видам спорта. Именно так презентовали наш город на торжественной церемонии открытия Кубка мира по водному поло среди женских команд. Прием прошел по завершению первого игрового дня во Дворце искусств «Нефтяник». Гостям праздника, среди которых были все 8 команд-участниц, устроили овации. На сцене югорские артисты, каждый на своем языке, рассказали о культуре округа. Мы рады, что здесь сегодня нам предоставилась возможность проводить Кубок мира среди женских команд. Здесь, в Сургуте, в России. У России очень богатая история достижений в водном поло, богатые традиции и опыт организации высокого уровня мероприятий по водным видам спорта. 3 года назад в Ханты-Мансийске прошло высокого уровня мероприятия по водному поло. И вот теперь Сургут принимает 8 сильнейших команд мира. Для Сургута Кубок мира по водному поло уже стал одним из самых крупных и рейтинговых турниров в спортивной истории города. На торжественную церемонию открытия специально приехала губернатор Югры Наталья Комарова. Она поблагодарила организационный комитет за возможность провести турнир в нашем регионе. Кроме того, глава автономного округа выразила надежду, что с помощью Кубка мира удастся увлечь новым видом спорта как можно больше югорчан. Я уверена, что после того, как вы у нас поработаете, замечательные спортсменки, и мужская часть ватерпольной семьи присоединится, и мы сможем стать для вас родным домом и стадионом, который примет полные команды, мужские и женские, на любого уровня соревнования.